Привет! Мне прям не терпится сделать макияж новой палитры от Avon. Это нюдовая гамма. И сейчас у меня, конечно, накрашены ресницы, но надеюсь, что это мне не помешает. И глаза сделаю чуть более акцентными благодаря этой новинке. Итак, погнали! Вот такие оттенки представлены в данной палитре. И, собственно, сейчас сделаю макияж, который придаст немного блика и акцента на глаза. Нанесла консилер на веки и сейчас закрепляю его пудрой, чтобы тени скользили легче. Я возьму пушистую кисточку и начну, наверное, вот с этого среднего оттенка. Как-то прям больше мне хочется начать именно с него. Набирается на кисть очень хорошо, излишки, конечно, стряхиваю. Наношу в уголок и в складку. Далее возьму маленький бочонок и наберу вот этот темный оттенок. Буду наносить его в уголок глаза и по линии роста ресниц. Ну что, вот так уже более выразительно. Немножко зайду темным оттенком на нижнее веко. Сразу глаз кажется больше. Вот этот сияющий оттенок нанесу на все подвижное веко. Осыпается. Внутренний уголок нанесу самый светлый оттенок. Кисточкой с остатками консилера немного почищу уголки. Ну и завершающий акцент немножко обновлю тушь на ресницах. Ну что, вот такой получился первый тест-драйв с новой палеткой от Avon. Собственно, достаточно быстро, но в то же время взгляд уже такой более выразительный. Здесь я использовала вот этот вот средний матовый оттенок, далее самый темный в уголок глаза, сияющий на все подвижное веко и хайлайтер на внутренний уголок глаза. Ну и, собственно, вот такой вариант. Такая первая экспресс-версия. Следующий макияж сделаю уже в таком смоки-варианте. Надеюсь, что он тоже вам понравится. Но это уже будет в следующем видео. На сегодня все. Пишите, как вообще вам понравилось, не понравилось. Если вы уже заценили данную палетку, то тоже поделитесь своими впечатлениями. На сегодня все. Всех целую, обнимаю. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.